Где Даша? Проводит старший судья соревнований Юрий Романов, Россия. The prize given is held by Ground to Remember Юрий Романов, Russia. В результате проведенных соревнований в программе «Малый приз» пятое место заняла Алена Деревянко на лошади Кристенс, Узбекистан. Награждается дипломом, розеткой для лошади и сладкой морковью для лошади. Fifth place goes to Alena Derevyanka and Kristen Uzbekistan. Четвертое место заняла Наталья Шанская на лошади Федерико Григориус, Россия. Награждается дипломом, лошадь памятной розеткой и сладкой морковью. Fourth place goes to Natalia Shatskaya and Federica Gregorius, Russia. Третье место заняла Валерия Соколова на лошади Санта Флёр, Россия. Награждается бронзовой медалью, дипломом, лошадь памятной розеткой и сладкой морковью. Third place goes to Valeria Sokolova and Santa Flora, Russia. Второе место заняла Наталья Синильникова на лошади Вентура, Россия. Награждается серебряной медалью, дипломом, сертификатом многопрофильной клиники К+31, лошадь с памятной розеткой и сладкой морковью. Second place goes to Наталья Синильникова and Вентура, Russia.